Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор рыма с роликом для лодки ПВХ. Для установки рым предназначен для спуска и подъема якоря и других снастей необходимых на лодку. То есть сейчас расскажем немножко об этом рыме. Итак, рым выполнен из материала ПВХ. Это не китай, российское производство. По размерам он идет 102 мм. На 210 миллиметров, и максимальная высота у нас 45 миллиметров. Здесь у нас находится ролик. Ролик у нас, как видно, возможно снять при помощи болта, тут крепится, то есть можно снять, промыть, если туда попал песок или грязь. Верхнее основание также у нас фиксируется на двух болтах с запрессованными гайками. Вот. Диаметр используемого фол веревки можно, вот здесь по крайней мере минимальный зазор получается около 4 миллиметров, то есть если мы берем, допустим, стандартную 8 миллиметров веревку, то она сюда под нагрузкой вставляется и достаточно жестко фиксируется. Это обеспечит достаточно плавный спуск якоря и при необходимости его фиксации либо в зубчиках, которые здесь уже предусмотрены, вот, либо методом наброса веревки на сам рым, что уже намертво фиксирует якорь на той глубине, которая вам необходима. Вот. Как видим, на данном рыме у нас уши достаточно широкие, что обеспечивает возможность достаточно большое количество веревки намотать и достаточно жестко всю эту конструкцию зафиксировать. Итак, понравился данный рым, можете заказывать у нас на сайте при необходимости. Также у нас вы можете заказать клей в этой же категории. Вот ссылочка на рым будет в конце видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.